мы, как истинные европейцы, платим за УБАН. Но сейчас, я думаю, мы не разберемся и сядем, как истинные зайцы. Мы с трюковой обезьянкой едем в лес. В Цюрих. Я буду продавать свой номер и стану богатым. Ты заебал рассказывай. А что там? О, нифига себе. Понаехали тут туристы. Голь не резиновый. Сам ты такой местный, да куя вообще. Макс собирает публику. Немецкие игрушки не обнимают поклонников. Все видели когда-то стройки, всем было безумно хотелось посмотреть, что же там происходит, что там копают, какие трактора, что еще. И все искали щелочки, как-то пытались залезть, подлезть под забор. Но в Германии подошли к этому вопросу радикально. Они просто вырезали смотровые дырочки под разный рост человека, под детей и под взрослых. И можно абсолютно легально подсмотреть, что делают на стройке. Дырочки, 23. Сука! Артист помогает уличным артистам. Thank you.
пизди давай. Добрались мы до парка местного. Типа бетонный весь. Скользкий, как тварь. Пытаюсь сделать айспик на... Еще как это называется? На овер, на фейке получается. Айспик на овер, фейке. Ебался уже пробовать. Сейчас будем брать. Сейчас попробую с первого раза сделать, как я сказал все это. Вдруг получится. Типа как крутой, да? Обедаем орешками. Скажи что-нибудь. Мне нечего сказать тебе, урод. Да. Какой тебе еще? Здравствуйте, это True Street. Что вы сегодня вам покажете, кроме мокрых плечей? Ты что? Давай трюк что? Трюк что? Сейчас дам трюк. Вообще батарейки сядет, делай быстрее. Так ты что, ненормально это сделай? Вот это, блядь, трюк, это хуйню.